И открытие сезона! Неделя была с плюсовой отметкой. И что же делать? Копай. Ха-ха. Пошел проверить интересную тропиночку. Древнюю довольно-таки. И ха-ха, есть результат. Вот такая вот занятная вещица. Зелененькая и непонятная. Прошу специалистов оценить... Или намекнуть хотя бы, что это такое было. Но это точно не шестеренка. Узор рубленый. И несимметричный, и неровный. Что это такое было, очень сложно даже понять. Ну, ей механизм от часов попался. Точнее, часть механизма. Найден элемент губной гармошки. Уже 15 минут раскапываю корни. Вот такой сигнальчик. Вот на такой глубине в корнях что-то лежит. Никак не могу выкопать. Так, иронично. Это вторая часть. Ответная от механизма. Фу, часов. Ё-моё. Интересный предмет попался. Часть колокольчика. Осколочек. Ну вот еще одна интересная находочка подоспела. Охотничья гильза. 55-го года. Самая крутая находка сегодняшние мои вылазки превышает, наверное, все найденное за год и за предыдущее время. И это трактор. Надеюсь, без трупов. Да. Вот это да. Вот это находочка. Ого! Ладно, не буду забирать, оставлю потомкам. Лет через 10 откопают. Находясь в этой замечательной чаще, я бы сказал, это бурелом. У меня всего лишь один вопрос. Как здесь можно ебаться? Вы мне скажите, объясните, блядь. Интересную монетку я сейчас нашел. 5 рублей 92 года. Сначала увидел герб, думал, 2 рубля выкину. Поворачиваю, 5 рублей. Обратите внимание на размер. Насколько она меньше современного пятака. Возьму, посмотрю. Чуть было не ушел от пятачка, решил проверить еще раз. И еще одна монетка виднеется. Сейчас я перчаточку одену, чтобы... Да хотя, хрен с ней. Ха-ха. Вот. Интересно, кто это? Большая. Сейчас, так. 50 рублей 93-го года. После трактора в лесу и презерватива в чаще меня ничего не удивляет. Но минусовая линза. Вот это меня удивило еще больше, чем трактор. Откуда она здесь? Вот медная оправа. И что это такое было? То, что это линза, это 100%. Как видите, она уменьшает. Но что она здесь делает? Вот в чем вопрос. Трактор, презерватив, лупа и зажигалка. Ух ты, даже искра есть, но кнопка залипла сразу. Яблоня. И сегодняшний последний подарочек. Колечко. Ебать, бля!
Бля. Золото. Я разбогател. Третье кольцо за год. Блин, такс. Вот это яблонька. Вот это дала. О! Оттепель не прошла даром. Вот оно. Колечко. Золотое. О. Спасибо, яблонька. Я пошел домой. Ха-ха-ха.